вопрос организации дорожного движения во время проведения чемпионата мира у нас отработан с вами в 2013 году еще. Будет по той же самой схеме, что и было во время универсиады. Движение всех клиентских групп будет по специально выделенным полосам. Мы на сегодняшний день видели. Все уже увидели их, дополнительно нанесли эти полосы. Значит, ограничение будет только на время открытия и закрытия. На некоторых улицах, такие как Сибат-Хакима, Бичурина, на всех остальных улицах мы планируем, что движение ни для кого не будет закрытым, ограниченным. Поэтому больших проблем для движения как жителей города Казани, так и наших гостей не будет. На 11 участках уличной дорожной сети города Казани дополнительно постановление исполнительного комитета города Казани нанесена разметка оранжевого цвета. Эта разметка означает выделенную полосу для маршрутных транспортных средств, предусмотренное наказание 1500 рублей за выезд на данную полосу. Она, согласно постановлению исполнительного комитета, работает во время подготовки и проведения чемпионата мира. После 9 августа она работать не будет. Именно там, где выделена оранжевым цветом эта разметка. Операция «Тоннель» проводится в течение 2-3 часов. Перекрывается какой-то участок дороги и полностью проверяется весь транспорт, который там проезжает. И вот все, что, как проводится операция «Тоннель». Когда она проводится, мы заранее об этом извещаем. То, что будет больше сотрудников ГИБДД на проезжей части, да, оно будет за счет полка дорожно-патрульной службы, за счет отдела ГИБДД города и за счет людей, преданных сил, которые приедут к нам с Республики Татарстан. Других никаких усилений не будет.